Мы говорили о Литве, мы говорили о чудесном городе Клайпеда. И мы хотели бы услышать, наверное, прекрасные слова этого прекраснейшего города, градоначальника Витаутаса. Позвольте вас пригласить на эту сцену и предоставить вам слово. Спасибо, поаплодируем, поприветствуем. Господин консул, мили клайпедящие, мили бичулей, мили друга, уважаемые друзья. Для меня большая честь стоять здесь, на этом месте, в таком празднике, в такой праздничный, прекрасный день. И чувствовать это такое очень тяжело словами описываемое чувство. Чувствовать себя членом большой, красивой, прекрасной семьи, которая собралась здесь не в полном составе, конечно, но собралась здесь в этом очень уютном, историческом, таком теплом клайпедском месте. Я очень рад, что эта традиция, в принципе, я не знаю, здесь такой четвертый, пятый раз, третий, не считаю. Каждый раз она был очень такой особенный и оставляет очень такие теплые, прекрасные воспоминания. И, наверное, самое большое, самое сильное впечатление это в том, чувствовать такое прекрасное силу, которая объединяет нас. И очень правильно и очень красиво вначале сказал Владыка слова, которые, в принципе, под каждым из них я могу подписываться. Тут нечего и прибавить. Очень было все точно скажем. Я, наверное, скажу только то, что мы, каждый из нас чувствуем. Мы должны радоваться тому, что мы можем встречаться. Можем сегодня общаться без масок, хотя они не очень далеко от нас. Что мы можем не мерить сантиметров между нами. Это большой подарок и от Бога, но это большая заслуга каждого из нас. Я, слушая Владыку, разговаривая с уважаемым Владыкой, как-то себя подловил на мысли, что, наверное, быть здоровым и быть верующим – это выбор человека. Значит, он сам выбирает эти очень самые большие человеческие ценности – быть верующим и быть здоровым. И я не сомневаюсь, здесь собрались люди, которые верующие. Надеюсь и верю, что здоровые. И я хочу пожелать всем вам, в вашем лице, вашим родным, вашим знакомым, будем радоваться тому, что мы имеем. Этому сегодняшнему дню, возможности быть вместе. Но давайте все-таки и не забудем, что эта опасность еще не преодолена. И меня как-то даже потрясла весть, что уважаемый Амвросий сейчас тоже нет, его нет с нами, потому что он борется с болезнью. Это как бы еще одно напоминание. Не должны забывать, радуясь тому, что имеем, не должны забывать то, что все-таки это еще не закончено. Но я желаю вам, будьте здоровы, будьте всегда верующими. И это, наверное, всегда в любых ситуациях спасет. И давайте, как и всегда, закончим на том, не забудем гордиться, радоваться тому, что живем в таком прекрасном, таком уютном, всем нам милом городе Клайпеде. Спасибо вам, здоровья и счастья.